Теперь Сирия. Там российские военные раздали 5 тонн гуманитарной помощи русскоязычной общине в Алеппо. Это люди с сирийским гражданством. Пункт выдачи организовали в российском консульстве. При этом для мирных жителей, покидающих районы, которые находятся под контролем боевиков, продолжают работать полевые кухни. Нуждающимся также регулярно выдают предметы первой необходимости. Она с ней сошла. Проводится акция по выдаче гуманитарной помощи русскоязычному населению города Алеппо. Мы находимся на территории российского консульства. Здесь собрались люди, имеющие сирийское гражданство, но и русскоязычные, которые остались в Алеппо. Они здесь. По обращению председателя русской общины была организована адресная помощь и проведена гуманитарная акция. Оказана помощь, выдача продуктовых наборов общим объемом до 5 тонн. Все, что вышло от России, очень важно. Очень важно. Люди меня останавливают. Они знают, там всего 2 русских. Останавливают, говорят, спасибо большое, что Россия спасла нас. Очень дорого. Многие мужчины не работают. Уже 4-5 лет и нет работы. Поэтому это для нас очень помощь большая. Мы очень благодарны России, народу и президенту за то, что они делают для Сирии. Это укрепляет нашу дружбу и братство даже. Очень трудно и недоступно, и перекрыли все дороги. Поэтому это очень полезно, особенно для детей.